Слушайте, ну вот нахожусь на самом деле в ожидании. Я сейчас на своем сервере в Майнкрафте, с которого как раз-таки все началось, и с которым назначилась встреча, когда мы снимали антигрифер шоу. Время сейчас, вы сами видите, 16:17, 27-е, то есть четверг. А на 17:00 назначил встречу, поэтому я сейчас одеваюсь, потихонечку выхожу и начинаю это видео именно с этого момента. Если он придет, то будет хорошо. Я выложу ролик, посмотрим, что будет, что за разговор. Если не придет, то что же, ну не придет, тогда ничего не выложу. Поэтому все увидим. Пока. Друзья мои, еду на место встречи, на самом деле. Вот такой вот выпал снежок. Так, ну на самом деле хотелось бы, чтобы человек приехал, потому что если я все это делаю и снимаю, он не приедет, будет на самом деле грустно. Да, такие кадры вроде, там дорога, тыры-пыры. Да, будет грустно. Поэтому, дорогие друзья, не буду отвлекаться за рулем. Я поехал дальше. Ждем встречи. Слушайте, ну я вот уже на месте, в принципе, автостоянка. То есть здесь паркуются... Так, ну не могу стоять на месте. Здесь паркуются машины, поэтому сейчас я должен где-то встать. Поехал. Ну я пришел тут, на самом деле... Место такое довольно забавное. Где-то здесь мы должны встретиться были. Здесь автостоянка недалеко за дорогой. Ну вот, как так получается. Но никого нет. Я здесь уже стою минут 10, но решил снять. Где-то здесь мы должны были, по идее, встретиться. Если он не придет, будет обидно. Будет очень обидно. Голуби. Пикмен. О. Привет. Что ты хотел поговорить что со мной? Ну да. Что со мной поговорить что хотел? Подожди, ты что толкаешься? Я же на видео снимаю тебя специально. Ты что, себя так идешь? В смысле, ты меня на видео снимаешь? Нет. Да, нет, подожди, я тебя на видео снимаю, потому что ты все руки не распускал, не позволял, не знаю, понимаешь? Что ты хотел встретиться со мной? Ну ты так сам не встречу. Зачем мой дом сломал? Ну так ты же грифер, я тебе дом сломал. Тебе кто разрешал его сломать? На каком основании ты сломал мой дом? Ну ты потому что себя так вел, ты меня убил, загриферил. Я вынужден твой дом сломать как администрация сервера. Я же не могу по-другому поступать. Ну все. Ты что, придурок что ли? Ты что, идиот? Ты биту-то убери, придурок. Ты что, размахиваешь, стоит? Ты придурок что ли? Я сейчас ментовку позвоню, тебе сиди. Я сейчас ментовку позвоню, ты дурак что ли? Я тебе прийти, ментовку звоню, смотри. 02, все, я тебе прийти, ментовку звоню. Ты чё сейчас как ведёшь? Биту-то убери, дурак. Биту убери. Да, я не беру биту. Сейчас ты чёртов телефон. Я сейчас реально ментовку вызову. Давай звони. Да убери ты биту, сейчас придурок. Сейчас твой телефон разобью просто, всё. Давай, разбей. Да ты придурок, что ли? Хорош ты. Погоди, вот телефон меня заглючил в самый ненужный момент. Слушай, я реально, ты понимаешь, что у меня видео есть, как ты битый мат? Ничего, сейчас твою камеру забью, не будет видео. Хорош, придурок. Все, я звоню. Я сейчас на громкую связь я снимаю. Тут люди ходят, придурок. Смотри, люди ходят. Ты что себе позволяешь-то? Я звоню. Смотри, я звоню, придурок. Звони. Да. Алло. Алло, это полиция? Да, это полиция. Да, слушайте, у меня совершается нападение с битой, действительно, прям. А где вы находитесь? Скажите ваш точный адрес. Я нахожусь по улице Чапаева, здесь где-то рядом. Тут же люди... Хорошо, только... патрульная машина выезжает. Слушай, вон, смотри, менты. Все, вот тут люди уже ходят, придурок. И что-то... Чертов телефон. Подвел в самый неподходящий момент. Вот так вот реально решишь? Вот айфон, не покупайте айфон, дерьмо. Реально так. Решишь выжить. Биты его. Но я не буду трогать на самом деле. Больной какой-то придурок с битой своей. Ну его нахер. В общем, надо уходить отсюда, короче, я не знаю. Сейчас еще полиция, наверное, приедет. Или не приедет, я не знаю, я не помню, что мне сказал полиция на самом деле. Что-то приехало, что-то... Опасный момент был, придурки с битой здесь ходят. Поэтому это... Что-то это... Блин, чуть башку мне не разбили. Надо идти домой. Ну и нахер все. Ладно, все. Всем пока. Что-то я считаю, что вы должны поставить лайк за то, что мне чуть башку не разбили. Ждите новых выпусков, если я доживу. Всем пока.
Ё-моё.